Так, ну тут летучие мыши летают. Я только ради этого сейчас камеру включил. Может быть, залетит. Какая у нас тут фокусировка. Автоматическая. О, вот тебе, пожалуйста. Залетела красавица. 20. Да, это ж летучая мышь была. 24 сентября 2023 год. А звезда, что это у нас за звезда? Сейчас я выясню. Арктур, по-моему. Арктур. Ух ты, елки, я так и астрономию выучу. О! Надеюсь, это попало в кадр. Это мошка, это не считается. Ну. Где вы, Бэтмена? И Бэтвумена. Ладно, сейчас мы, в принципе, МКС я жду. А он уже через сколько? Через 9 минут. Ну хорошо, чтобы это не было такой скучной. Таким скучным зрелищем. Давайте я еще Луну покажу. Конечно, сейчас 6400 ISO. И это, конечно, засветка мрачная. Но сейчас мы дело поправим. 1:30 выдержка. Ну, то есть на максимум. Я-то рассчитываю на МКС. Сделаем вот так. Уменьшаем выдержку. Вот это у нас так автофокусировка работает. Вы что, ребята? Вы что, издеваетесь надо мной? Вот это номер. Ничего в себе. Как это? Ну какая-то дымка есть, но не настолько, что ёханый бабай. Ну попробую на ходу переключиться. О, ну вот. Не, на ходу не получается, на. Я в шоке. Вот это да. Вообще не работает автофокус. Недопустимо.